На старте у нас, наверное, самая плотная пара участников. Шилов Александр и Шиков Александр. Я бы сказал, идентичная пара почти. Разница в одну букву К. И на старте оба заряжены. Посмотрим, что они нам покажут на втором квалификационном раунде. Саш Шилов ошибся, поэтому нужно отрабатывать до конца. И Шиков демонстрирует 5.42. Юля у нас поставила 6.82 в квалификации. И Саша тоже 5.42. Поздравляем Александра. Он становится обладателем российского рекорда.